Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Ковалева. Сегодня у меня необычный рабочий день. Вот, я сегодня не работаю. Я сегодня отправляю работы в галерею искусств в Санкт-Петербурге. Работая традиционно с изображением Петербурга во всех видах, с персонажами, которые встречаются в Петербурге, с атмосферой Петербурга, которую я очень люблю. Ну и дополнительно там еще кое-какие творческие работы. То есть, если вам интересно, какие работы, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Мы вам все расскажем и покажем.